Всем доброго времени суток. Сегодня поговорим очередной раз о попытке, ну не знаю, кидалово, мошенничества. В общем, что происходит на фанпэй, расскажу случай из реальной жизни. Один произошел, как бы он до сих пор еще не решился, я в последующем видео, соответственно, выложу, скорее всего, что произойдет далее, как оно решится, этот вопрос, и расскажу о истории, которая, соответственно, уже произошла несколько месяцев назад. В общем, произошел какой случай. Играл я в одну игру, в один момент нашелся покупатель на мой аккаунт. Аккаунт был довольно-таки дорогой, топовый. Больше 100 тысяч рублей стоимость, соответственно, продажи была. И, в общем, что вкратце произошло. А человек был не из России, соответственно, чтобы передать деньги, ну, чтобы, точнее, он смог купить аккаунт, одной суммой нельзя купить аккаунт там за 100 тысяч рублей. А FunPay не дает возможности ввести единоразово такую сумму. Соответственно, мною был принят как вариант разделить платеж на несколько составляющих, чтобы, соответственно, человек мог оплатить. Из моих знаний о том, что единовременный максимальный вывод средств с FunPay не должен превышать 15 тысяч рублей, больше просто не проходит. А, соответственно, я их поделил на несколько. И, соответственно, после того, как человек занес 4 платежа, его аккаунт был заблокирован. Я писал в техподдержку. Вот он, соответственно. Отвечала техподдержка мне 5 дней, представляете, да? Что в 21 веке значит 5 дней ждать ответа от техподдержки. Все это время у меня висели вот эти средства в моих продажах, соответственно, они были активными. Это уже потом, после разбирательства, я, соответственно, вернул возврат, там, скажем, как мы договорились, да? Скажу сразу, что аккаунт был продан, мы списались с покупателем в самой игре и решили, скажем, этот вопрос с передачей денег. Это аккаунт не был продан на FunPay. Вот, соответственно, я пишу, спрашиваю, типа, что такое, почему его забанили, и, соответственно, мне отвечают, где этот, вот она, я вот спрашиваю, а вот мне отвечают, ну, соответственно, вот это все эти переписки. Далее, прошу обратить внимание, что вывод на тот момент у меня был не заблокирован, но как только, соответственно, эти средства... по идее бы он, то есть если бы система бы их не дала сбой, не стала бы банить аккаунт покупателя, эти средства бы я, скорее всего, попросту не вывел. Почему? Потому что это уже другой платеж. Соответственно, после той сделки, когда я уже все возврат отдал, соответственно, они мне поставили блокировку на 2 дня. Что это значит? Ну, судя по моему опыту, я уже не один раз был в бане на FunPay по тем или иным претензиям или нарушением каких-то там правил. В общем, все это вода. Скажу просто свои мысли на этот счет, что, ну, они рассчитывали на то, что я продам аккаунт, и сумма, которая у меня будет на аккаунте, я, ну, они мне просто ее заблокируют и просто заманят мой аккаунт и не будут со мной общаться, и просто присвоят мои деньги себе. Ну, в общем, как они часто довольно-таки делают. Так, это уже... Вот, это один случай, который был, скажем, несколько месяцев назад. То есть, думайте сами, то есть, я вообще, в принципе, никогда вам не скажу, что стоит пользоваться FunPay. Мы переходим, соответственно, к той истории, которая сейчас на данный момент происходит. Соответственно, писал чел, общался вроде бы нормально, то есть, никаких признаков неадекватности я не вижу. Соответственно, продаю ему аккаунт. Он оплачивает, я ему даю данные, он входит. Тут немножко сразу скажу косяк. Косяк был в заглавной букве. Я, естественно, покажу вам весь чат, но я не буду его перечитывать. То есть, как по мне, ну, то есть, я уже несколько раз это все прочитал, я уже все это осмыслил. Вам, если интересно, вы можете сделать. Дальше я ему говорю, что без заглавной, естественно, и все. Он пишет, что плюс, все вошло. Соответственно, качает доту. Я жду... Параллельно общаемся, пока это все дело происходит.
сел аккаунт, он купил, подтвердил успешное выполнение. Деньги я уже и вывел, то, что вы видите на балансе, это уже другие средства, которые я получил с другой игры. В общем, не суть важно, это не те деньги. А, соответственно, здесь он интересуется привязкой, я в рейтинге уже долгое время не играю, поэтому я как бы в целом знаю, что такое привязка по Dota 2, но конкретно сказать не могу, что это такое. Соответственно, потому что я этим не пользуюсь. И, соответственно, 18 числа, то есть 3 дня назад, пишет мне чел, зачем АК восстановил. Я пишу, типа, у тебя родная почта. Сразу же меняет отзыв. Соответственно, давайте даже его посмотрим. Соответственно, восстановил через 2 дня, совершив покупку. Ну, я ему пишу, что так и так. Делаю предположение на основе своих прошлых, так сказать, разбирательств, что чел просто плохо откалибровал, там все дела, все прочее. В общем, показываю вам чат, что он якобы пытается зайти в аккаунт. Предполагает мне скриншоты там, что якобы почту сменили уже на Gmail, хотя вы прекрасно понимаете, кто имел какое-то дело, что, ну, если у тебя нету первой почты, восстановить аккаунт практически невозможно. Если у тебя есть первая почта, то все это делается довольно легко. Ну и, соответственно, здесь перепалка, он мне начинает заебывать, я немножко бомблю. Ну как, не бомблю, а просто пишу, что ты долбоеб, говорю, ты меня заебал уже, в общем. Ну, чат можете почитать и, соответственно, понять, в чем дело. Он скидывает мне скриншот, вот, уточню, что он показывает, что у него ранг здесь есть, но на тот момент, вот его аккаунт, ну, мой бывший аккаунт, так сказать, вот они, эти игры, он уже 4 игры сыграл, 15 часов назад, в общем, на тот момент, когда он мне скидывает, ну, говорит о том, что его аккаунт взломали, у него нет доступа, якобы, что это я сделал, я, было произведено на аккаунте 11 игр. Причем они были произведены вот так вот, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соответственно, он сделал 10 игр, я так понимаю, что откалибровал он вот на вот этого, на Божество 2. Ему это, видимо, не понравилось или что-то там еще такое, в общем, не суть. Он откалибровал, я подумал, что он нажал калибровку и получается, сразу же первую игру он проигрывает. И, возможно, ему не понравилось это, и он захотел вернуть аккаунт, ну, точнее, вернуть бабки, типа, еще остаться при аккаунте и все такое. Ну, в общем, разводняк, типа, типичный абсолютно. А вот это уже игры, я не знаю, типа, он это играл или не он, потому что в будущем он здесь будет утверждать, что он аккаунт уже продал. Вот он, типа, пишет, показывает ММР, типа, там, почти пятерик. Начинает мне тут, ну, всякую хуйню нести. Вот, я ему говорю, что он долбоёб. Ну, типа, типично. Я просто уже не воспринимаю его как человека. Потому что, ну, человек пытается меня наебать. Он уже для меня, в моих глазах, не человек. Ну и, соответственно, здесь все переписка. Переписка, я ему говорю, что я в душе не ебу, кто украл аккаунт, это не я. Ну, доказать, опять же, я... Ну, как я могу доказать, если у меня нету, блядь, вообще ничего. Типа, блядь, я не имею доступа к этому аккаунту. Опять же, из переписки я узнаю, что у него есть доступ к почте. То есть, якобы кто-то поменял пароль, поменял почту, при этом у него осталась эта почта. То есть, ну, типа, ну, бред, силы кобылы, ебать. Соответственно, здесь я уже пишу. Ну вот, он типа говорит, что он про арбитраж, там про ТП. Я ему объясняю, что даже если этот аккаунт на FunPay меня заблокирует, и я не смогу его разбанить, то в любом случае денег он, ну, никак не получит. Типа, ну, это вот так же, опять же, на своем опыте все это говорю. И в правилах, опять же, это есть. И пишу ему сразу, уже сегодня, ну, вчера, по-моему. Скажите сразу, говорю, если, говорю, меня забанят, я сделаю все, чтобы аккаунт был заблокирован, либо же просто восстановлю его, ну, попытаюсь восстановить в данном случае. Соответственно, и 2 дня назад, также, за день до вот этих слов, грубо говоря, через день, после того, как он мне написал, в сети он уже не был 2 дня,
пишу, соответственно, ФП, создаю заявку, так сказать, объясняю всю ситуацию. Вкратце, человек пишет, что угнал, что я угнал у него АК, но, не дождавшись ответа, меняет отзыв. По его словам, видно, что в саппорт, то есть он первым делом написал мне на ФП, а не пытался решить это как-то через саппорт Стима. То я говорю, если предположить, что чтобы писать в саппорт и сказать, что его аккаунт украли и попытаться решить проблему, он идет на ФП, говорю, и пишет мне. И, типа, помимо всего этого, он пишет вернуть деньги за аккаунт, а не вернуть сам аккаунт. То есть, ну, это тоже как бы звоночек о том, что аккаунт у него есть, потому что, ну, в первую очередь он же его откалибровал, правильно? Типа, это тоже какие-то усилия. В первую очередь он должен, по идее, был бы просить вернуть ему аккаунт, если бы, типа, человек действительно бы его потерял. Но он просит вернуть деньги. Дальше я описываю, грубо говоря, вкратце свою репутацию, мол, я описываю в целом то, что, то есть, ну, всем известно, да, что при создании аккаунта в Steam аккаунту присваивается свой ID, который нельзя поменять никак. Соответственно, вот этот ID. Вот он. В Steam, соответственно, это тот же самый ID, что и на Dota Buff. И, соответственно, пытаюсь говорить, что, ну, мне просто банально смысла нету возвращать аккаунты, потому что при повторной продаже уже можно будет понять, что аккаунт повторно был продан. То есть, ну, сами понимаете. Соответственно, вот мне что спустя сутки, соответственно, 2 дня, видите, 15 часов назад, спустя сутки человек мне отвечает, что нужно там ТДТП. В общем, вкратце, вы можете это почитать, все это дело, но я вам скажу так. Он просит меня пополнить аккаунт, который сейчас в данном случае стоит на него блокировка на вывод средств, на сумму продажи этого аккаунта, то есть 1200 рублей. 1200 рублей. Где там этот аккаунт? Вот он, этот аккаунт, чтобы я пополнил на эту сумму, чтобы произвести, так сказать, арбитраж. Ну, чтобы, судя в случае, ну, естественно, вы понимаете, да, что в случае, если я арбитраж проиграю, если у меня не будет достаточно доказательств там, или, ну, человек будет не тот, вы помните, да, Антона из, так сказать, прошлого выпуска. При этом, ну, я уже на фанпее. Сколько я на фанпее? Аккаунт. 5 лет назад. То есть больше 5 лет я на фанпее, и, соответственно, вы прекрасно понимаете, что я с этими людьми знаком уже не первый день, я знаю, чего от них ожидать, что это гнилые люди, что это гнилой сайт, что, ну, это просто черти, а не люди, я бы так сказал. И доверие у меня к ним абсолютно ноль, после вот всех вот манипуляций, что они делают, вот, и все прочее. Соответственно, он просит меня внести сумму, чтобы начать арбитраж. В случае, естественно, если сумма будет внесена, и арбитраж будет мною проигран, я потеряю и аккаунт, и сумму, полученную за аккаунт. Спрашивается, зачем мне это нужно. Но, опять же, я из себя не выхожу и пишу ему: если же, говорю, вы же заинтересованы в том, чтобы я торговал на вашей бирже и дальше, вы проведете арбитраж без внесения мною суммы. Почему я это пишу? Потому что, ну, мои прошлые арбитражи, их было то ли 2, то ли 3, все они проводились без внесения, естественно, мною суммы. Ну, потому что это просто, ну, это безумие, одним словом. Почему? Потому что если арбитраж будет не в мою пользу, а такое быть может, то есть, ну, никто не застрахован, да, правильно, на 100%, то я им объясняю, что я не только потеряю аккаунт, который я продал, также еще и заплачу за него сам, получается. Ну, я просто, получается, отдам аккаунт. Ну, это, говорю, чистой воды безумие. Я говорю, я адекватный. А вот исходя из того, что вы мне предлагаете, вашей адекватности, я посмел усомниться. То есть, ну, без грубости, да, немножко колко, но я пишу ему как есть. Давайте обновим страницу. Почитаем. Нет, ответа до сих пор нету, естественно. Причем, вот этот ответ я писал спустя 19 минут после того, как увидел, что дали ответ на, соответственно, на мое вот это письмо. Ну, естественно, опять, скорее всего, надо будет ждать еще часов, наверное, 8-10, до тех пор, пока они дадут ответ. Посмотрим, что из этого выйдет.
То есть, в общем-то, вот так вот. Смотрим даже, банально сравнивая его игры, то есть, вот, это его рейтинговые игры. Понимаю, что это рейтинг, да, но хотя по времени он играл плюс-минус как в Turbo, потому что вот они, мои игры в Turbo, там, плюс-минус одни одинаковые. То есть, да, он играет тоже на саппортах в основном, как и я. Но сборки у него какие-то просто ебанистические. Я не знаю, как сказать. Он на CM-ке, ебать, собрал Lotus, ну, Glimmer, понятно. А Force, понятно. Типа, это саппортовские айтемы. Но Meteor Hammer, типа, чё, ебать. Ну, ладно, опустим эту формальность. В целом, то есть, ну, он играет как... как Рачелла, потому что смертей у него просто дохуище, ебать. То есть, можете сравнить, я так не играю. У меня смертей крайне мало. У меня много смертей, разве что в тех играх, которые я, ну, проебываю. Вот и все, собственно. Ну, судя по рейтингу, судя по его играм, я играю получше, чем он. Но, естественно, я просто рейтинг не играю, потому что мне не интересно абсолютно. И, соответственно, вот переходим... прошлым, так сказать, проблемам. То есть, ну, вы можете все это читать, но вкратце я вам объясню, что здесь происходит. Я продал аккаунт. А спустя какое-то время чел мне пишет, что аккаунт я якобы восстановил. А дело, соответственно, в чем было? Дело в том, что когда он купил аккаунт, спустя какое-то время, там месяц или еще сколько, был выпущен патч, когда нужно было отыграть. Вот на момент продажи этого аккаунта в Доте было, нужно было отыграть 100 игр, а после, соответственно, спустя какое-то время нужно было отыграть 100 часов, что, соответственно, гораздо больше, чем 100 игр. А, и, соответственно, мы здесь переписываемся, да? Одним словом, человек мне пытался обмануть, но... итоги, вот, соответственно, я ему пишу, описываю всю эту ситуацию, у меня это даже, по-моему, где-то в видео было в прошлых. Вот, соответственно, его ответ, плюс да. То есть я ему пишу, говорю, а, понял, в чем дело. Видимо, ты АК купил, поиграл, забросил, потому что покалибровал-то его, видно, что плохо, сугубо по дота бафу. А 24-го или раньше выкатили патч, что чтобы играть, надо 100 часов. И ты решил накатать на меня пятишку, чтобы вернуть деньги, не так ли? Но я-то не виноват, что Valve патч такой сделали. Ну, правильно, правильно. Он пишет, соответственно, вот его итоговое. Да, хуйню хотел сделать, ты нормальный чел. То есть, ну, просто меня оклеветал. Понимаете? Но, как вы видите, этот аккаунт не в бане. Почему? Потому что FunPay не блокирует мошенников. Им в целом до лампочки то, что происходит на ФП. Они могут спокойно обманывать. И все прочее. Поэтому, ребят, никогда желательно не пользуйтесь FunPay. Потому что это пидорский сайт. Пидорский не в том смысле, что там я геев не люблю или что просто. Просто такое выражение. Это просто черты, а не люди. Отношение скотское, проценты скотские. И, соответственно, все это прочее. Я даже вот вам сейчас покажу. Даже вот заходим в аккаунты, да? Выставляем продать, вот он. Типа, заготовка. Цена 1200 рублей, да? Это реактивное, создать, сохранить. И теперь смотрим ценник на этот аккаунт. А он уже 1400, то есть 200 рублей они просто получают с куста, да? Это же не все, если оплачивать разными средствами, соответственно, сумма будет выше. То есть процента, что у нас, 1200 я поставил, 200 сверху. Ну там порядка 30, потому что сейчас, кстати, комиссия поменьше стала, но тем не менее, все равно. Процент ебенячий с учетом того, что в сделках они... абсолютно не участвуют, понимаете? Они абсолютно не участвуют в сделках. Все это происходит без их вмешательства. Происходит их вмешательство только в том случае, если происходит какой-то конфликт. И то, если происходит какой-то конфликт, как вот этот, да? То мы видим, как они его пытаются решить, да? То есть, игнорация долгая, еще там хуйню какую-то пишут и все прочее. В общем, ребят, всем счастливо, всем пока, пишите, как вам. Меня было слышно, потому что у меня новый микрофон, все дела. И лучше, если есть возможность, просто не покупайте ничего на FunPay, потому что, ну, берегите, скажем так, свои нервы. И, ну, вообще лучше не стоит. Всем счастливо еще раз, всем пока.